Друзья, всем огромный привет! Ну, сегодня у нас очередной самый простейший ролик, простейшее блюдо, что можно приготовить. Сегодня мы будем готовить сосиски в лаваше. Очень многие, конечно, из вас это готовят на завтрак, своим детям, перед школой, да и сами после работы. Итак, давайте попробуем приготовить быстро, а самое главное, бюджетно. Итак, начинаем! Сегодня у нас будет три основных ингредиента. Это лаваш, сосиски и сыр. Также понадобится яйцо, чтобы смазать лаваш. И украсить вот таким черно-белым кунжутом. Поехали! Берем лаваш. И теперь нам нужно отрезать на ширину нашей сосиски. То есть это делается очень просто. Положили сосиску и отрезаем на нужную нам ширину. Я думаю, вот такой длины нам будет достаточно. Теперь нам нужно взбить одно яйцо. Слегка его присолим и взбиваем. Далее плотненько закручиваем сосиску с сыром в лаваш. И краешек промазываем яйцом. Вот такие заготовочки я сейчас буду делать. Друзья, ну как мы видим, 5 минут на это ушло времени. Теперь смажем наши лавашики яйцом. И сверху украшаем черно-белым кунжутом. Друзья, духовка у меня разогрета уже до 180 градусов. Отправляем и ждем, пока наш лаваш станет красивый, хрустящий и золотистый. Я думаю, примерно 7-8 минут. Ну а пока наши лаваши в духовке, сделаем тоже быстрый и простой соус. Как его еще многие называют, кетчунес. Смешаем кетчуп и майонез в равных пропорциях. И добавим один зубочек чеснока. Все сегодня максимально просто и максимально быстро. 30 секунд и наш соус готов. Осталось дождаться наши сосиски. Ну а у нас тем временем прошло еще 10 минут, и в общей сложности на приготовление таких простых сосисек в лаваше у нас ушло примерно 15 минут. Конечно же, дегустируем и с соусом. Друзья, сын за кадром сидит, улыбается и подгоняет, говорит: папа, закругляйся, заканчивай свои съемки. В общем, ну что тут говорить, все просто, все быстро, доступно, может даже сделать ребенок. Поэтому пробуйте, на завтрак, по-моему, очень хороший вариант, сытно, вкусно и, как я уже сказал, недорого. Ну а я с вами буду прощаться. Если вам понравился данный рецепт, напишите пару слов мне в комментариях, поставьте палец вверх. Ну а кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Всем пока, друзья.